Манинен. Не получается вывести шайбу уфимцам из своей зоны. Ну, дальним бортом не смогли. Вот тут учитывая, что здесь первая тройка. Вот она не просто шайбу выводит, тут атака получается. Ой. И бросок, гол! Ну надо же, ну надо же, так не повезло сейчас челябинцам. Еще раз смотрим. Вот передача, перехват. И здесь как раз Гранунд оказался расторопней всех. Да, ну и Манинин тоже все же вступил в контакт с Виллом. И после этого шайба отскочила уже на клюшку к Маркусу Гранунду.